Юху, всем привет, с вами Енот, с вами Стабс. А ты же, господи. Как там было? Стой. Похоже, дадут орден. Ну-ка, еще раз давай. Если даже их не съесть, они все равно оживают. Жри его. Ну как тебе? Господи, жри его. Они толпой прыгают, прячься, запарили. Так, пошли дальше. Че, все, меня столько не хватило? Прикольно. Значит так, террориста будем ждать в торговом центре. Во-первых, он туда может прийти, а во-вторых, там кондей и закусочная. А его жена говорит, это не свинья, это утка. А фермер ей, я не с тобой разговариваю. Опасные ребята. Сейчас тебя самого отоварят по полной программе. Давай спокойно, кому сказано. Смотрите, покойник. У меня ушки на макошке. И сюда. Хорошо. Минус один. Я так и знал, это озверевший покойник. С мушкетом. Тебе череп не жмет? Да нет, не жмет, расслабься. Вообще, помните те времена, да, когда зомби мозги ели? Эх, да сейчас они уже другие. Хорошо, встретили. Молодец, ешел. Так, свои, а куда теперь? Не сюда? Дороже, чем в соседнем магазине. Только у нас на распродаже вы сможете купить товар вдвое дороже, чем в соседнем магазине. Добро пожаловать. О, опять местные. Здесь мало нам недорого. Помогите, пропали мозги. Сейчас догоним. О, там наших бьют. Добро пожаловать. Нет, сюда смотрите надо. Здесь вы недорого сможете купить. Не бейте его. На кого ты лезешь? Ладно, с теми все. Ха. Только не мой мозг! Блин, мушкетёр найти. Так, еще минус один. Только у нас на распродаже вы сможете купить товар вдвое дороже, чем в соседнем магазине. Добро пожаловать на распродажу. Здесь вы недорого сможете купить то, что... Ага. Красиво, ладно? Что вы долго заряжаете? Давай! Еще вышли? Дороже, чем в соседнем магазине. Мне туда надо.
люди себе такого не позволяют. Давайте, ребята, жрите. Добро пожаловать на распродажу. Здесь вы недорого сможете купить то, что другим а чё их так много-то? Не нужно. Значит так, террориста будем ждать в торговом центре. Во-первых, он туда может прийти, а во-вторых, там кондей и закусочная. А его жена говорит, это не свинья, это утка. Странно. Я не с тобой разговариваю. Может, отоваримся? Сейчас тебя самого отоварят по полной программе. Хм, секунду, часы встали. Нехорошо. Я все равно не понял, какого черта произошло. Ну, в смысле, куда делись все мои зомби? Вон он! Йо! Давай, минус. Я так и знал, это озверевший покойник. Только не мой мозг! Сейчас мы разберемся. Красиво. Стратегическое отступление. Да не беги ты, сейчас дайте сожру. Кто еще там есть? Чем в соседнем магазине. Добро пожаловать на распродажу. Вы недорого сможете купить то, что... Откуда не стреляет? Мозги! Добро пожаловать на распродажу. Здесь вы недорого сможете купить то, что другим... Давай еще в прятки поиграем. Давай, парочку поймали. Пожаловать на распродажу. Здесь... Так, вот и каждый раз убегает больше. А, и спереди и сзади, понятно. Это нужно со всех сторон их забить. Это яйца. Ты можешь их не бить-то. Слишком много теряю людей. Зомби. Красный. Хорошо, минус один. Самый опасный ты с дробашом. Вы недорого сможете купить то, что другим им нахрен не нужно. Так, еще минус. Блин, скоро один останусь. Они разбивают моих людей. Только у нас на распродаже вы сможете купить товар вдвое дороже, чем в соседнем магазине. Блин, я же почти добежал. Значит так, террориста будем ждать в торговом центре. Да понял, я понял, давай. Он туда может прийти, а во-вторых, там кондей и закусочная. Надо же, я уже здесь отгребаю. Это не свинья, это утка. А фермер ей, я не с тобой разговариваю. Может, отоваримся? Сейчас тебя самого отоварят по полной программе. Фига себе, метко бьет. Где-то здесь один бегал. Фига себе. Не-не-не, не так. Что-то очень сильно. Осторожней, труп. Лучше целься. Че давай? Давай, подходи, подходи. Давай, жги.
Только не мой мозг! Мозги. То есть они дали мне как бы людей, ну то есть зомби. Мозги. Но при этом они стали бесполезными. Интересно. А, вон еще откуда бьют. А я-то думаю, что происходит? Они вон сверху нас обрабатывают. Сможете купить то, что другим и нахрен не нужно. Надо разбить сначала этих, потом дальних. Нормальные люди себе такого не позволяют. Только не мой мозг. Черт, беги, беги, беги. Очень такие мощные. Хорошо, стой, стой. Добро пожаловать на распродажу. Здесь вы недорого сможете купить то, черт, что другим и нахрен не нужно. Добро пожаловать на распродажу. Здесь вы недорого сможете купить. Жесть. Привет. Я тебе покажу, что я за девушка. Ой, мозг. Сейчас все будет нормально. Самые лучшие цены на новый цветной телевизор. Так-то, малыш. Мазь. Думай, что это тебе сойдет с рук. Наверх. Мазь. Готов к раздаче. Жи, жи. Отойди. Надо было детонировать. Ага, то есть правой кнопкой могу детонировать его. Я не знал. Только не мой. Жизни мало. Вперед, дамочки. Ой, по таламус уже пошел. Мне нужна жизнь. Я так и знал, это озверевший покойник. Их надо жрать, да, по-моему, чтобы получить больше крови. Минус один учебник. Невероятную распродажу в магазине нижнего белья. Принюхайтесь! Вы чувствуете, как пахнет беконом? И на завтрак, и на обед, и на ужин бекон всегда кстати. Да. Беконовую лавку и запасайтесь. Вон проход какой-то. Друга привел. Где? Пацаны, пристрелите. Я ж тебя сожгу. Вижу одного. Женщины, нам всем очень хочется бекона, но мы также очень хотим сохранить стройную фигуру. Вот почему для нас открыта женская беконовая лавка, где мы сможем насладиться всеми за что? За что? Кто же ты здесь бесишь нас? Женская беконовая лавка находится здесь, в торговом центре Панч. Вань, Патрик, помогите, пропали мозги. Надо же, он решил нас остановить с помощью лома. Молодец. Мозги. Стой, стой, стой. Не бегай. Помогите! Я так и знал, это озверевший покойник. Мужественному мужчине нужен мужественный наряд, в смысле костюм. Заходите в магазин одежды «Крестный фей», где вам предложат огромный выбор костюмов, смокингов, пальто. Не сможешь лично бегать от меня. Получи, паскуда! Колонит ранение! Так, кто еще есть там? Он бежит. Или женских тушей, и получите второй флаг. То есть нам еще надо как-то выше подняться. Стой! Мой мозг!
сзади люди пришли. Надо на... О боже, только не это. Интересно. Мне надо еще выше. А, или наоборот, я вышел из центра, где... А, нет, вот я отсюда вышел. Так, я вышел отсюда, мне надо вот этот Фокс. Окс. Мьюзик Окс. 95% розничной цены. Трое. Нормально, справимся. Красиво. Чувствуете, как пахнет беконом? И на завтрак, и на обед, и на ужин. Беконом всегда красивый. Жить его. Получи и распишись. А, сверху чем я говорю? Мужественному мужчине. Селезенка, конечно, полезная. Если это селезенка. Надеюсь, да, она. Are you shooting? Ну-ка, иди, браток, сделай ему эпиляцию. Я не косметолог. Фига себе, это босс, да, первый? А я не хочу с тобой драться. Ай-яй! Где он там? Поехали! Его. Только не при музыку послушаем. Как-то он их легко разносит. Вижу покойника. Потряси башкой. Как мне с ним бороться-то? Готов продать. Ой. Здесь не буду. Черт, черт, черт. Ага, когда он радуется, можно бить его. Осторожней, труп! Замочу, козлина! Да. Меня попал! Нате, нате! Получи и распиши! Опасный чел. Пока нет. Давай, ползи, чувак, ползи. Замочу, кстати, а еще зомби есть? Что мне с тобой делать? Потряси башкой. На. Да, забивай его, забивай, зажимай. О, можно жрать его. Я моя любимая ручья, распиши. О, а еще нет. Не убить. Стой, не трогай его, не трогай. Только не по лицу. Потряси башкой. У меня тоже есть оружие теперь. Он убил моего товарища. Готов раздать. Три. Я его избиваю его же рукой, даже бить. Получи и распиши. Только не рукой. Потряси давай, башкой. Давай. Ты в меня попал.
странные здесь боссы. Драться нечестно! Да не говори. Лупил, лупил, лупил. Лупил, все, можно добивать, да. Все, наконец-то. Фух, победили этого громил. Это зачем же они сюда столько всего насовали? О, пардон. От честного человека защищали. Так, сигнализация, мультилок, штырь на рулевой колонке. Как говорится, на каждый штырь есть умелые руки. Юмор и зомби. Да, такой не каждый день видишь. Да, и тут, кстати, пожалуйста, на песню мне In the Sad Man. В предыдущей серии. Ну, пришлось вырезать, что поделать. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват. По телевизору разрешили мочить террористов где угодно. Даже в сортире. То есть мне надо как-то внутрь попасть, да? Че было? Наверное, топливо жахнуло. Чтобы быть зомби, париться нечем. Ух ты, можно прятаться в... Чё-то их много. Ай! Карась, чему спит? Опа! Нормальные люди минус себе один. Такого не позволяют! Хороший покойник, мертвый покойник, зомби! Еще минус один. Ай-яй-яй. Хорошо, минус. Тот с пулемета фигачит. Да нормально, обращайте внимание. Это прям стелс-миссия. Да. Черт, черт, черт. Откуда бьют? А, оттуда. Цурюх. Цурюх. Так, и... А, ты последний. Получай, паскуда. Получи, паскуда. А, вон я вижу куда, вон туда бежать надо. Маски. Все, те разберутся.
А эти ребята лучше подготовлены. Вижу, как ты сейчас нарвешься. Ай. Накося выкуси. Не зле меня, убью. Чё ж вас так много-то? Ну, своего-то зачем сняли? Смотрите, покойник! Опа! Тикай, друг, тикай, тикай. Тут тоже, да, никого не осталось. Печаль. Минус один еще один. Сейчас разгон возьму. А ну стоять! Слышь ты, зацени! Только не мой мод! Да ладно, не особо потеряешь много, пошли. Оба. Нормальные люди себе такого не позволяют. Да не обращай внимания. Видно кого. Не-не-не, не так. Все не так. Новое поле. Мозги. Я его вижу. Накося выкуси. Бежим, нужно в поле забежать. Машина, нам туда. Осторожней, друг. Лучше не обращай на меня внимания. Я так и знал, это озверевший покойник. Только не мой мозг. Так и терась. Ты не особо умный. Забор. И здесь забор. Оп, тихо. Прям как жесть. Да, выбежал. Габа. Нас нормально, нас тут достаточно. Ребят, это не промо. Ты еще на тут побег моих. Опа, еще, ребята. Мозги. Мозги. Так, давай, давай, забегай, 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 забегай. Друга привел. Да. Накатя выпусти. Ну ладно, он сожжён. Ну он сзади ещё не тусит. Ну хорошо, пусть тусит. Там забор, а тут свинки. Откройте ворота! Пластиками. А как? О. Не бейте меня. Вижу гада. Все внутрь. Не чувствую. Вижу покойника.
Ай-яй-яй. Это плохо, что тут такие уже стали чуваки. Мне нужна машина. Что? Стой! Что с тобой делать-то? А я-то одного с трудом победил. Так, одного насадили. Сейчас тут всех на шпажки насажу. Ладно, поехали. Они подготовлены. Жмите Е, чтобы остановить трактор. А, он мышкой управляет? Интересно. Управление Borderlands. Не ожидал, да? Их же оружие против них и обернулось. Да. Да. Сейчас мы со всеми разберемся. Только нафига я здесь? Я ищу свою любовь, как я понял. Фига себе. Пусть спокойно, не мешать целиться. Нет, их еще много, надо всех разогнать. А то не весь суть портит. Разошлись, ребята. Вроде чисто. Так, вылазим. И куда нам теперь? Я спасу тебя. Я не знаю, кого, где, зачем. На-на. Фига себе, он дерзкий. Не обращайте внимания. Ай. Лучше целься. Давай, помогите. Так, двое готовы. Черт. Черт, так много-то. А как мне тут надо было с ними победить-то? По стелсу тут никак. Говорят, покойники ходят, бред какой-то. Получи и распиши. Чё тут не умер? Давай, давай, давай. Сейчас, давай, давай, давай. Жесть. Жесть. Да как тут? Я не могу к ним подойти. Только не мой мозг. Вот надо было больше жрать, да?
не так. Я так и знал, это озверевший покойник. Осторожней, друг. Пулеметчик. Плохо дело. Теперь ты точно труп. Готов. Хорош там защита. А, вижу. Осторожней, друг. Я. Я. Получай, паскуда. Потряси башку. Сейчас мы их сожрем. Так сказать, зайдем с другого края. Ой, как тебе? Где моя любимая рука? Без головы. Да ты без башни. Летить, макаритить. А чем я вас бить-то? Черт. Жрать их надо, жрать. Черт. Только не мой мозг. Все, один остался. Ноги мои, ноги! Все, кто еще? Откроешь? Нет, нет, не откроет. А, вон сидит. Мозги! Нормальные люди себе такого не позволяют. Блин, ну он... Игра становится сложнее. О! Мозги! 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 Мозги. 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 То есть мы их подбиваем на бой. Мозги. Мозги. Хорошая речь. Мозги. Мозги. Вперед, ребята. Надо дойти к нему сзади. Стоять. Жив. Опа. Где-то еще не сидит. Кажется, вон там, да? То есть мы атакуем поместье, а зачем? Какое целое поместье здесь? Получи и распишись. Как я похудел! Попала прям. Бросил вес. А, враги вижу. Вы закрыли все двери? Ну, почти. Я зубы лезу. Потряси башку. Так, они закрыли, ну почти все двери, понятно. Смотрите, покойник. Нам внутрь. Не-не-не, не так.
О, забавно. Черт бы вас побрал! Убейте этого зомби! Так, чтобы он вас не встал! Так, чтобы он даже не встал! Не базарьтесь, вы что, я зря? Какая-то жизнь начинает. Мозги! Сейчас нарвешься. Момент. Так, продолжаем. То есть мы захватываем теперь поместье. Интересно. Развлекайтесь, вода. Надо их жрать. Мозги! Как ты сволочь, Тор! Капец, он их убивает. Они могут быть более плотными, там, не знаю, прокачка зомби. Было бы интереснее. Да пошел ты вот. Первый этаж нас. Мертвая тварь. Э? Ну чё ж ты сзади был? Да что ж это творится? Хорошо, я попали. Все, это хорошо. Еще один. Получилось. А вот и подъем. Первый этаж наш. Продолжаем нападение. Лезут и лезут. Ну что, жив? Иди сюда. Нет. Блин, всех перестреляй! Фух, я дал все, кирдык мне. Нет, отбились. Вперед, ребята, вперед, второй этаж тоже давай. Че ты не в ту сторону, да, охранял? Его не остановишь! Не так. Это может собирать армию с армией бегать, но я что-то не врубаюсь. И сюда. Там свистеть надо, да, тяжело это. Ну, давай еще в прятки поиграем. Тебе череп не жмёт? Руку оторвали! Фига себе, он его... Больно! На-ка тебя выкуси! Только не мой мозг! Мозги! Отлично кладёшь! Иди сюда! Люди себе такого не позволяют! Ах ты ж гад! Потряси башкой! Пошли вот. Все так просто. А, я дошел. Не ешь меня. Я жертва пьяного акушера. Возьми меня в напарники, не пожалеешь. Вон сколько у меня динамита. Это я с работы натаскал, когда прапорщиком служил. Мы с товарищем пол склада вынесли. Только потом его посадили. Ах ты урод штопанный! Это мы? Да. Это я на него настучал. То есть этот чувак это тот, кто убил нас, что ли?
Надо срочно реализовать все содержимое силиконохранилища. Россия отказалась брать наш силикон. Их главврач сказал, что мы его якобы мочой разбавляем, а Украина оптом взять не может. Позуй в мелкую тару. У нас оболочки имплантантов закончились. Разливай в трехлитровые банки. Это вода для панчбоула. Вот эти наш вот лозунг. Пейте. Нехитрым макаром мы победили фермеров. Как я понял, мы узнали, что фермер был причастен к нашей смерти. И вот что вышло. Мы их убили, и теперь мы в какой-то базе, на которую прискакали на С. Это странно. Ну что ж, давайте на этом закончим. И так много побегали. Меня уже начали убивать. Игра не настолько простая, как кажется. Что ж, всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока.